Всем привет, друзья! Вы на канале Funny Family Games TV. Приветствую вас в игре Mini World Block Art. И это, кстати, уже третья часть на нашем канале. Между прочим, друзьяшки, давайте лайкосиком поддержим этот видосик. А сегодня, короче, я хочу с вами вот во что поиграть. Так, я сейчас захожу в режим разные выбора игр, карт. И мы с вами в Роблоксе очень любим паркуры, где мы совершаем какой-то побег, там, я не знаю, с тюрьмы, либо с какой-то сладкой страны, либо еще откуда-то там со стороны Марио. Вот я сегодня хочу в Mini World Block Art поиграть режим паркура. Так, я вот сейчас зашел в режим паркура, давайте посмотрим, что у нас тут вообще за картежки есть. In the house, смотрите, паркур дома, прикольно, мне нравится. Rainbow, тоже клево, кстати, почему нет? Вот мне нравится, кстати, паркур in the house. А ну-ка давайте попробуем, просто давайте включим его, посмотрим, что там будет у нас. Давайте посмотрим, что это за картежка у нас, паркур in the house. Так, паркур в доме, я так понимаю, это что, у нас дом, что ли? А что, какие-то стены пустые? Ладно, погнали. Наверное, мне нужно перепрыгивать через это все. Привет. Это кто? Оп. А, вот мы оказались с вами в доме. Короче, нужно вот так вот прыгать. Ай-яй-яй-яй. Упал. Короче, это стандартный паркур. Я так понял, это у нас дом, да? Шикарно. Это мне нужно все пройти вот эту всю карту. Шкафы. А, я, короче, типа, знаете, я маленький чувачок, вот он я. Я хожу в этом доме. Ну, примерно как в Роблоксе, то же самое. Я здесь хожу, брожу, и здесь все большое. Большие диваны, большие шкафы, кресла всякие и прочие. Я же там себе взял новый скин и хотел вам показать, что я себе прикупил из скинов. Давайте поменяем моего персонажа. Так, вот, короче, мы в магазине, лотерея, маунта персонажа, скины. Вот мои скины, это все, что я могу себе прикупить за монетки. А вот все, что у меня есть! Дракула. Он такой, типа, знаете, летающий персонаж. У меня есть такой человек-дерево. Человек-дрова скрипит, видите, как прикольно. Так, у меня есть, короче, такой прикольный мальчуган. Такой, знаете, подросток в наушниках, который любит слушать музончик. Так, ладно, я, короче, всегда играл за вот этого дракончика. Сейчас я хочу взять, а пусть будет Дракула. Давайте используем его. Друзья, смотрите, прикольную карту нашел. Она называется «Огонь и вода». Та самая игра, которую мы когда-то с вами играли на Funny Family Games TV. Я сейчас ее нашел в мини-блок арт. Я, короче, уже играю за персонажа Дракула. Короче, суть здесь такая, что мы с вами должны добраться до самого верха в этой игре. Так, вот, я, короче, пробираюсь сюда. Вот это через лаву надо прыгать обязательно. А вот эта штука меня поднимает вверх, вот так. Замечательно, проходим. Здесь... Нет! Ай, я свалился. И в лаву тоже свалился. Теперь я горю. И мне нужно срочно потушить, иначе я подгорю, и все. Мне ханец. Все, друзья. 27 всего лишь жизни, правда, осталось. Это очень мало. В лаву здесь не стоит падать. Короче, это у нас челлендж. Не упади в лаву, пожалуйста. Фу, есть. А вот здесь уже будет сложно перепрыгнуть. Двойная лава. Кстати, прикольная графика. Заметьте, она как бы такая, типа, 2D идет. Чувак, ты можешь за мной не ходить, пожалуйста? Есть, фу, отлично, а ты свалился. Хост закрыл комнату, соединение прервано. Ладно, погнали в другую комнату. Так, что мы еще с вами можем посмотреть в картах? Давайте поищем что-нибудь еще интересненькое. Я даже не знаю, тут реально разнообразие, множество разных карт. Geometry Dash. О, давайте попробуем сыграть. О, такая же графика, интересно. А, я понял, ага. Эй, да ну почему же? А как я должен перепрыгивать? Камон. Да ну, вы чё, ребята? What? Как прыгать? Почему? Друзья, я нашел еще одну прикольную карту. Смотрите, она сделана в стиле Марио. Это как бы мы с вами оказались в стране Марио. Я сегодня вам просто хочу показать разные прикольные карты, которые существуют в этой игре. Мы не обязательно будем проходить их все до конца. Мы будем просто смотреть, что есть интересного. Так, ладно, погнали немножко. Пойдемте посмотрим, что там у нас наверху. Не знаю, наговорил вам или нет. Я играю за... Дракулу. Вот мой, короче, чувачел. А я тем временем в стране Марио. Так, ладно, погнали сюда. Друзья, хоть бы, блин, не упасть. А, тихо стоять. Опа, я прыгаю сейчас, по-моему, на брата Марио. Как его зовут? Забыл уже. Опаньки, а вот тут потяжелее будет есть, хорошо. Луиджи, да, по-моему, его Луиджи зовут, кстати. Кстати, не забываем в паркуре иногда собирать звезды. Особенно, когда вы играете в мультиплеер с другими игроками. Они нам нужны потом для прокачки ваших же персонажей. Что, придется прыгать, что ли? А, нет, смотри. Можно попытаться...
Блин, ну это капец будет тяжело. А чё же они так это сделаны, а? А, ну как я их возьму? Я же упаду! Почему такое наказание-то, а? Я свалился. Ладно, погнали с тобой смотреть следующую какую-нибудь интересную прикольную карту. Так, мы попадаем снова в галерею, снова выбора карт. Я сегодня выбрал только паркур. Тут есть, я напомню, разные и квесты, и пазлы, и побеги от всяких пиги, привет соседов. Вот, кстати, привет соседов. Но сегодня я хочу просто попробовать паркуры, разные виды паркуры. Мне реально прет и мне нравятся паркуры, поэтому я хочу посмотреть, что тут есть. Клево из паркуров. Так, давайте тут еще посмотрим. А, мне тут понравился какой-то такой прикольный чувак нарисован. Давай посмотрим. Мы можем попробовать поиграть онлайн с другими игроками, но я хочу попробовать один сыграть. А, прикольно, смотрите, это паркур на зданиях, мы в городе. Крутяк. Реально круто. Так, ладно, пойдем сюда, нам надо сюда идти, да? Ага, понятно. Короче, мы тут типа с вами будем прыгать по зданиям по разным. Сюда. Теперь вот сюда. Вот сюда. Отлично. Так, пойдем сюда. Короче, куда? Туда-туда. А, это, смотри, это типа чекпоинт. Вот это обязательно штуковина нам нужна для того, чтобы мы с тобой на чекпоинт остановились. Если вдруг мы упадем, мы начнем оттуда. Эй! А что такое-то? Что я упал? А, блин, вон туда надо было идти дальше. Да, вот он, я снова здесь! Я не допрыгнул. А, это типа, знаете, игра есть такая на Google Chrome, в нее можно поиграть тоже. Нет, там тоже через кактусики надо прыгать. Да нет же! Блин, ну чё ты так коряво прыгаешь? Так, динозаврик, соберись, пожалуйста, тебя. А, есть. Да блин, опять я задел этот кактус. Слушайте, тяжело на самом деле перепрыгивать через эти кактусики. Есть. Ага. Ай! Вот тут, кстати, подсказка. Зеленый мигает квадратики, когда нужно прыгать. Вау! Ну там вообще тяжело. Два кактуса рядом стоят. Да вы что, серьезно? Тут где-то я Соник видел паркур. А ну-ка давай попробуем Соник с тобой сыграть. Ну просто интересно посмотреть, что там будет. А, уже графон другой. А, почему я сразу с кольцом бегу? Смотрите, у меня кольцо где-то от Соник. А еще у меня есть какая-то... А, то есть я в руках что-то несу. Смотри, перчатка. О, прикольно. Я могу стрелять. А кольцом что я делаю? Кольцом я могу бить. А, я начинаю реально быстро бежать. Смотри, я даже в мячик могу превращаться. Прикольно. Короче, надо на вот этих ежей лучше не попадаться. А, да, вниз. Все, понял. Так, дальше куда? Ну, как бы... А подсказку можно? Куда мне дальше? Вот сюда? Я понял. Так, ладно, погнали сюда. Теперь, куда мы с тобой попадаем? Опа, этот профессор, кстати, злодейский тип. Или это его яйца, да? В игре, по-моему, яйца его там были, если я не ошибаюсь. А он такой был усатый, я помню, все время там. Так, ладно, профессор, давай, пока встретимся с тобой. А, он еще и пуляется, злодей ты такой. Ты смотри. Я тебя сейчас, между прочим, знаешь, вот возьму вот эту пушечку. Сейчас я тебя устрою. Чего вы там стоите? Все пошли отсюда. Вот так, отлично. Монетки давайте мне. Замечательно, зашибись. Слушайте, мы постоянно с вами какие-то порталы попадаем. Тут разные режимы карт. Вот это я не помню, чтобы в игре было. Что это такое за какой-то горящий город? Все горит, все дымит. Опа, а вот сам Соник был. По-моему, мне кажется, я уже далеко дошел. Опаньки, какой-то город. Понятно. Так, я прошел, между прочим. Победа. Смотрим, что еще у нас есть из паркура интересненького. Я понял! Мне тут нужно будет через лаву прыгать, а я думаю, что тут булькает? Полота лава у нас челлендж сейчас будет, я понял. Спасибо, замечательно. Кстати, в этой игре что прикольно, если ты вдруг падаешь в лаву, и где-то есть рядом водоем, ты можешь в воду плюхнуться, и все, и ты спасен. Но если воды не будет, то ты будешь постепенно гореть, гореть, и ты сгоришь. К сожалению, такова реальность. Так, это что такое, ребята? Какой-то кристаллик. Вот теперь сюда, а теперь сюда. А, я вот упал, все. Блин, капец! Ну что, друзья, на этом все. Наше видео подходит к концу. Обязательно подписывайтесь на канал Funny Family Games TV. Играйте в Mini World Block Art. Переходите по ссылочке в описании. Скачивайте на мобильный телефон обязательно. И находите меня в игре. Я напомню, у меня имя FFG TV, а вот мой номер в игре.
Если что, мы можем с вами вместе где-то будет, ну, как бы встретиться, играть. Вот мы в режиме мультиплеера, допустим, можем с вами встретиться в какой-то игре. В паркуре, в пазли, ну, где угодно, в принципе. Ну, на этом все, друзья мои. Всем удачи, всем пока-пока, до встречи.